Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы снова на канале XBRO, и мы продолжаем тему преобразователей 12 в 220. И несмотря на то, что мое видео на прошлой неделе набрало всего лишь 94 просмотра, как бы вроде бы никому оно и не нужно, тем не менее я решил отснять еще один ролик, чтобы показать одну вещь, которую никогда никому не показывал. Да и не планировал никогда этого делать. В общем, дело было так. Стала передо мной задача обеспечить 220 вольт из 12. Условия были таковы, что прибор нужен был срочно, а вот его эстетическая сторона совершенно не влияла на ситуацию. Главное была надежность и функциональность. Обязанность прибора заключалась в том, чтобы он подавал напряжение 220 вольт на потребителей. Под рукой были только лишь маломощные транзисторы и парочка мощных мосфетов, а также конденсаторы, диоды, в общем, старый телевизор в сборе, включая трансформатор, который вы видите на экране. В век интернета подходящую схему отыскать в сети недолго. И я выбрал вот такую. Естественно, конденсаторов нужной емкости и резисторов нужного сопротивления под рукой не оказалось. Пришлось сделать их составными. В общем, колхозить все на коленке. При этом не особо важной была форма выходящего сигнала. Частота, это все было прикинуто в уме. Главное, чтобы прибор просто-напросто работал. Ну а теперь к вопросу о том, почему я начал снимать это видео. Я же не хотел никому показывать это чудо самодельное. Но мой оппонент с прошлой недели, который посмотрел мое видео про преобразователь напряжения, питающий газовый котел, отправил меня к ролику одного из авторов, который рассказывает о том, что в преобразователе должен вырабатываться чистый синус. При этом, очевидно путаясь в терминах по частоте, амплитуде и форме выходного сигнала. Конечно, я тоже могу допускать ошибки, но тем не менее, я ничего не утверждаю, я показываю только факты. Автор говорил о том, что взорвутся конденсаторы, даже предохранители перегорят, если будет не та форма, не та частота напряжения. В общем, полный швах случится с вашим прибором. Телевизором, компьютером, сотовым телефоном, неважно. Нужно, чтобы был чистый синус. Да, это гудит мой прибор самодельный. Как вы понимаете, без осциллографа сделанный, на глаз намотанный, он гудеть должен. Вот. Синуса он не выдает, поэтому электродвигатель и другая индукционная нагрузка ему не по зубам. Кроме, конечно, блока питания радиоприемника китайского, где все-таки стоит трансформатор. И приемник от него работает хорошо, хотя здесь я этого показать вам не могу, потому что приемника в наличии у меня нет. Мы пользуемся им на рыбалке летом. Вот. Но движок не работает. Просто меняется звук работы прибора при вытаскивании ротора и вставлении его обратно. Итак, переходим в другую локацию и пробуем подключить к прибору зарядку сотового телефона вместе с сотовым телефоном. Смотрите, работает, потому что импульсному блоку питания не важно, что по сути дела подается на его вход. Надо, чтобы более-менее было подходящим по параметрам. Не более того, вы видите, что сигнал о зарядке светится зелененьким огонечком в правом верхнем углу экрана. Вот сейчас вот он отсутствует, потому что я все отключил. Но, кстати, автор того видео говорил, что
приборы могут погореть на высоких, на больших мощностях. Но вот моя практика и мой опыт показывают, что на таких маленьких мощностях, которые я сейчас вам демонстрирую, ничего не сгорает и работает часами. Светодиодная лампа. Пожалуйста. Мы, когда приезжаем на рыбалку, в поход, раскладываем все свое оборудование, врубаем этот преобразователь. Часто некоторые рыбаки, которые пытаются присоединиться, присесть рядом на то же самое место, где находимся мы, начиная через некоторое время коситься на наш лагерь с опаской, прислушиваясь к звукам различным, потому что очень часто я вытаскиваю металлоискатель, собранный на черенке от лопаты. Когда-то было такое. Гудит вот этот преобразователь, и в конце концов они все-таки отдаляются от нас, уходят куда подальше. Ну что ж, а вот раньше, когда не было у меня того преобразователя, который я демонстрировал в предыдущем видео, я при отключении электроэнергии питал с помощью вот этого самодельного прибора тонкую вещь, да, и очень нужную под названием модем с Wi-Fi роутером. И сейчас я вам продемонстрирую, что и тут все себе вполне работоспособно. И мы всегда при отключении электроэнергии были с интернетом и при заряженных сотовых телефонах. Используя вот этот преобразователь, который выглядит ужасно, если честно сказать, да, и может быть даже невежественно собран. Но, господа, товарищи, в этом и есть наша сила. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И не все в этой жизни упирается в чистый синус. Хотя для кого-то это, может быть, нелогично звучит. Но, товарищи, недаром один известный канцлер заявил когда-то: «Никогда-никогда не воюйте с Россией». Недаром Иван Середа, вооруженный одним только топором, вышел против немецкого танка и победил его. Сила в смекалке, сила в соображалке, сила в знаниях и умениях. А академическое упрямство оставьте себе. Недаром однажды Ницше заявил, что из всех дураков хуже всех это начитанные дураки. И я, конечно, не инженер, и, может быть, кое в чем ошибаюсь, но я вам говорю, эта штука работает. Всем удачи и пока.